Философия. Содержание видеофильма. Первое. Что такое философия? Второе. История философии. Третье. Философия бытия. Четвертое. Общество, человек, культура. Что такое философия? Мировоззрение, его сущность, структура и основные типы. Каждый человек вольно или невольно сталкивается с проблемами, которые обсуждаются в философии. Как устроен мир? Развивается ли он по определенным законам? Кем или чем определены эти законы? Существует ли мир вечно, или он когда-то был сотворен Богом? Какое место в мире занимают закономерности, а какой случай? В еще большей степени каждый человек интересуется теми проблемами, которые касаются его положения в этом мире. Смертен человек или бессмертен? Как можно понять бессмертие человеческого существования? Может ли человек узнать о своем предназначении в этом мире? Или это ему недоступно? Каковы познавательные возможности человека? Что есть истина? И как ее отличить от заблуждений и лжи? Каждого человека, несомненно, волнуют и морально-нравственные проблемы. Что такое совесть, честь, долг, ответственность и справедливость? Можно ли провести четкую границу между добром и злом? Откуда берется зло в человеческих поступках и в мировой истории? Возможно ли достижение такого состояния в развитии человечества, когда зло исчезнет и наступит эпоха всеобщей любви и согласия? Эти и многие другие проблемы, интересующие всех людей, рассматривает философия и дает им определенное решение. Однако эти проблемы начали волновать людей еще задолго до возникновения философии. Они находили определенное решение в мифологии и религии. Поэтому правильнее было бы назвать эти проблемы не чисто философскими, а мировоззренческими. У философии же свой специфический подход к решению мировоззренческих проблем. Об этом будет сказано позже, а сейчас необходимо разобраться в том, что же такое мировоззрение. Мировоззрение – это сложное образование. Для его характеристики существенное значение имеет пропорциональное присутствие различных составляющих – знаний, убеждений, верований, стремлений, надежд, ценностей, норм, идеалов и так далее. В структуре мировоззрения можно выделить четыре основных компонента – познавательный, ценностно-нормативный, морально-волевой и практический. Познавательный компонент базируется на обобщенных знаниях, повседневных, профессиональных, научных и других. Ценностно-нормативный компонент включает в себя ценности, идеалы, убеждения, верования, нормы, директивные установки. Ценность – это свойство того или иного предмета, явления, удовлетворять потребности, желания людей. В систему ценностей человека могут входить представления о добре и зле, счастье и несчастье, цели и смысле жизни. Для того, чтобы знания, ценности и нормы реализовывались в практических поступках и действиях, необходимо их эмоционально-волевое освоение, превращение в личные взгляды, убеждения, а также выработка определенной психологические установки на готовность действовать.
формирование этой установки осуществляется в морально-волевом компоненте мировоззрения. И, наконец, практическая направленность мировоззрения. Мировоззрение – это не просто обобщение знания, ценности, убеждений, установки, а реальная готовность человека к определенному типу поведения в определенных обстоятельствах. Без практической составляющей мировоззрение носило бы абстрактный, отвлеченный характер. Даже если это мировоззрение ориентирует человека на неучастие в жизни, не на действительную, а на созерцательную позицию, оно все равно проектирует, стимулирует определенный тип поведения. На основе вышеизложенного можно дать такое определение мировоззрения. Мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения. По характеру формирования и способу функционирования можно выделить жизненно-практические и теоретические уровни мировоззрения. Жизненно-практический уровень мировоззрения складывается стихийно, он базируется на здравом смысле, обширном и многообразном повседневном опыте. Этот уровень мировоззрения нередко называют жизненной философией. На формирование этого уровня мировоззрения существенное влияние оказывают национальные, религиозные традиции, уровни образования, интеллектуальной и духовной культуры, характер профессиональной деятельности и многое другое. Поэтому на этом уровне мировоззрение не отличается глубокой продуманностью, систематичностью, обоснованностью. В нем нередки внутренние противоречия, устойчивые предрассудки. Эти недостатки преодолеваются на другом, более высоком уровне мировоззрения, который носит теоретический характер. К этому уровню, наряду с наукой, принадлежит и философия. Исторически первой формой мировоззрения является мифология. Мифология возникла на самой ранней стадии общественного развития. На этой стадии человечество в форме мифов, то есть сказаний, преданий, пыталось дать ответ на такие глобальные вопросы, как происхождение и устройство мироздания в целом, возникновение наиболее важных явлений природы, животных и людей. С помощью мифа прошлое связывалось с будущим, и это обеспечивало духовную связь поколений. Мифы были нацелены на установление гармонии между миром и человеком, природой и обществом, обществом и индивидом. И таким образом обеспечивали внутреннее согласие человеческой жизни. Мифология не была единственной мировоззренческой формой. В этот же период существовала и религия. На самых ранних стадиях развития общества мифология и религия составляли единое целое. С точки зрения мировоззренческих конструкций мифология и религия неразделимы. Нельзя сказать, что тот или иной миф является специфически религиозным, а другой является специфически мифологическим. Однако религия имеет свою специфику. Специфика религии обуславливается тем, что основным элементом религии является культовая система, то есть система обрядовых действий, направленных на установление определенных отношений со сверхъестественным. И поэтому всякий миф становится религиозным в той мере, в какой он включается в культовую систему, выступает в качестве ее содержательной стороны. Мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, приобретают характер вероучения, и это придает мировоззрению особую духовно-практическую направленность. С помощью обрядности
Религия культивирует человеческие чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, совести, долга, справедливости, придавая им особую ценность, связывая их присутствие со священным, сверхъестественным. Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь человеку преодолеть исторически изменчивые, приходящие относительные аспекты его бытия и возвысить человека до чего-то абсолютно вечного. В духовно-нравственной сфере это проявляется в придании нормам, ценностям и идеалам характера абсолютного, неизменного, независимого от конъюнктуры пространственно-временных координат человеческого бытия, социальных институтов и так далее. Таким образом, религия придает смысл и значение человеческому бытию, помогает ему преодолевать житейские трудности. Философское мировоззрение, предпосылки возникновения и отличие от других форм мировоззрения. Мифологически религиозное мировоззрение носило духовно-практический характер. Исторические особенности этого мировоззрения связаны с низким уровнем освоения человечеством окружающей среды, зависимостью его от неосвоенных, непокоренных сил природы и общественного развития, а также с недостаточным развитием его познавательного аппарата. В этих условиях мировоззренческие конструкции вступали в социальное и индивидуальное взаимодействие в форме образов и символов. По мере развития человеческого общества, установления человеком определенных закономерностей, совершенствования познавательного аппарата, появилась возможность новой формы освоения мировоззренческих проблем. Эта форма носит не только духовно-практический, но и теоретический характер. На смену образу и символу приходит логос, разум. Философия и зарождается как попытка решить основные мировоззренческие проблемы средствами разума, то есть мышления, опирающегося на понятия и суждения, связанные друг с другом по определенным логическим законам. В отличие от религиозного мировоззрения, с его преимущественным вниманием к вопросам отношения человека к превосходящим его силам и существам, философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив нарастающую в обществе потребность в понимании мира и человека с позиции знания. Слово «философия» в переводе с греческого языка означает любовь к мудрости, филио – любовь и софия – мудрость. Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий характер, их мировоззренческие схемы, то есть всю совокупность вопросов о происхождении мира в целом, о его строении, о происхождении человека и его положении в мире и так далее. Она унаследовала также весь объем позитивного знания, накопленного человечеством на протяжении тысячелетий. Однако решение мировоззренческих проблем в зарождающейся философии происходило под иным углом зрения, а именно с позиции рациональной оценки, с позиции разума. Поэтому можно сказать, что философия – это теоретически сформулированное мировоззрение. Это система общих теоретических взглядов на мир в целом и место в нем человека, уяснение различных форм отношения человека к миру, человека к человеку. Философия – это теоретический уровень мировоззрения. Следовательно, мировоззрение в философии выступает в форме знания и носит систематизированный, упорядоченный характер. И этот момент существенно сближает философию и науку.
Как отмечал немецкий философ Людвиг Фейербах, начало философии составляет начало науки вообще. Это подтверждается историей. Первые естествоиспытатели были одновременно и философами. С наукой философию сближает стремление опираться на теоретические методы исследования, использовать логический инструмент для обоснования своих положений, выработать достоверные, общезначимые принципы и положения. Специфика философии на разных этапах ее развития проявляется в особой установке, в особом стиле мышления, который выражается в сомнении по поводу устоявшихся взглядов, привычек, обычаев, традиций. Таким образом, одной из характерных черт философского размышления является сомнение. Именно с сомнения и началась философия. Но это не значит, что философ стремится разрушить коллективные верования, нравственные устои и так далее. Он ставит все под сомнение для того, чтобы проверить, насколько прочны эти человеческие установления, отбросить те из них, которые отжили свой век, а те, которые выдержали проверку, поставить на более прочный фундамент знания. Таким образом, философия есть поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы бытия. Гениальный немецкий философ Иммануил Кант сумел, как считает абсолютное большинство философов, сформулировать эти главные вопросы бытия. Первый. Что я могу знать? Второй. Что я должен делать? Третий. На что я смею надеяться? Четвертый. Что такое человек? Три первых вопроса сводятся к последнему и детально рассматриваются в научно-ориентированной, морально-ориентированной и религиозно-ориентированной философии соответственно. Современный философ, как правило, придерживающийся концепции ценностей, сказал бы, что главной ценностью является в первом случае истина, во втором – добро, в третьем – вера в Бога, и все это объединяется в понимании человека и общества как интегральной самодостаточной ценности. Сущность философских проблем. Философия находит осмысление прежде всего общие проблемы. Философ размышляет о мироздании в целом, о вечности и бесконечности природы, о сущности человека, о его разуме, о смысле истории и культуры. Рассмотрение мировоззренческих проблем здесь органически связано с критическими размышлениями о ценностях и жизненных условиях личности. Кто мы, человечество? Каково наше место в мире? В чем смысл жизни и предназначение человека? Какими ценностями он должен руководствоваться в принятии решений? Какая модель человеческого бытия предпочтительнее? Это проблема, к решению которых обращена философия. Философские проблемы относятся к числу вечных. Они ставились на протяжении всей истории философии, и каждая точка зрения вносила в их понимание новые смысловые оттенки. Вечность проблем философии не означает отсутствие прогресса в глубине их осмысления и их принципиальной нерешаемости. Они решаемы, но только для каждого этапа развития общества и науки. Они решаемы в той степени, в какой это возможно при том или ином уровне научного знания, уровне развития общества. К числу философских проблем относится и вопрос о путях развития современной цивилизации, о направленности культурно-исторического процесса. Острота этой темы сегодня связана с опасностью глобального экологического кризиса, с сохранением вооруженных конфликтов на планете,
с крушением тоталитарных идеологий, а также с процессами интеграции культур. Поиск альтернативных путей общественного развития – одна из важнейших задач философии. Соотношение истории и теории философии. При изучении истории философии обращает на себя внимание многообразие философских учений, школ, течений, направлений. Первичной, исходной единицей историко-философского процесса является философское учение того или иного мыслителя. Его система определенных логически связанных друг с другом воззрений. Поскольку учение, созданное отдельным философом, находит своих продолжателей, формируются философские школы. Философские школы – это совокупность философских учений, объединяемых какими-либо базовыми идейными принципами. Совокупность различных модификаций одних и тех же идейных принципов, развиваемых различными, нередко конкурирующими школами, принято называть течениями. Наиболее крупные и значительные образования в историко-философском процессе именуются философскими направлениями. Философское направление представляет совокупность философских течений, которые при всем расхождении друг с другом отстаивают некоторые общие положения, имеющие принципиальное значение. Философские направления существуют, как правило, в течение длительного исторического периода, на протяжении ряда исторических эпох. В качестве примера философских направлений можно назвать материализм и идеализм, в зависимости от того, что ставится в мировоззренческих принципах на первое место – материя или сознание. Впервые серьезное исследование исторического развития философии было проделано крупнейшим немецким философом Георгом Гегелем. Гегель связал многообразие философии с многообразием действительности, одной из форм постижения, которой и выступает философия. Поскольку действительность многообразна, постольку и философия многообразна. Однако, по мнению Гегеля, это многообразие не исключает, а напротив предполагает единство. Все философские системы, на его взгляд, представляют собой моменты развития абсолютной идеи. Таким образом, признается ценность каждой философской системы, но в то же время подчеркивается ее относительность. Существенной особенностью учения Гегеля является стремление увязать развитие философии с конкретным историческим процессом, с его религиозными, экономическими и иными характеристиками. Гегелевское учение об исторической обусловленности философии восприняли и развили в соответствии со своими взглядами Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Философский плюрализм появляется вследствие историчности человека, историчности всех форм его материальной и духовной деятельности. Философия – это ответ человеческого разума на вопросы, поставленные исторически обусловленным бытием человека. Прежде всего, это историчность проявляется в том, что создатели философских систем, мыслители, являются детьми своего времени, своего народа, своего государства, вероисповедания и так далее. Признание исторической обусловленности многообразия философских учений, школ и течений не уменьшает значение личностного начала философии. Философское учение – это не просто продукт эпохи, это также продукт размышлений, переживаний конкретной личности. Вместе с тем, историческое развитие характеризуется не только тем, что на смену одной эпохи культуре приходит другая. Оно предполагает
преемственность между этими эпохами и культурами. Это обуславливает возможность заимствования накопленного предшествующими поколениями богатства философской мысли и развития философской традиции. Рекомендуемая тема для обсуждения. Первое. Мифология и религия как формы мировоззрения. Что их объединяет и в чем принципиальная разница? Второе. Отличие философии от других форм мировоззрения. Третье. Вечность философских проблем. Что это означает? История философии. Античная и средневековая философия. Античная философия развивалась с 7 века до нашей эры по 6 век нашей эры. В историческом плане античную философию можно разделить на 5 периодов. Первый – натуралистический период, в котором основное внимание уделялось проблемам природы и космоса. Второй – гуманистический период с его вниманием к проблемам человека, прежде всего к этическим проблемам. К этому периоду относится деятельность Сократа, софистов. Слово «софист» от греческого «софия» – мудрость. Так первоначально в Древней Греции назывались мыслители, позднее – учителя красноречия. Третий – классический период с его грандиозными философскими системами Платона и Аристотеля. Четвертый – период эллинистических школ, стоики, эпикурейцы, скептики, занятых моральным обустройством людей. Слово «эллинизм» от греческого «хеллен», «грек». Этот период начинается с 4 века до нашей эры и продолжается до середины 6 века нашей эры. Пятый. Неоплатонизм с его универсальным синтезом, доведенным до представления о едином благе. Основатель этого направления – древнегреческий философ Плотин. Этот период продолжается от середины III века до середины IV века. Круг проблемных вопросов постоянно расширялся, а их разработка приобретала все более детальный и углубленный характер. Так проблемой космоса занимались не только натуралисты, но и Платон, Аристотель. То же самое относится и к проблемам этики и логики. В античной философии можно выделить 3 части. Физика, понимаемая в данном случае как философское учение о природе. Этика, философское учение о человеке, и логика, учение о слове, понятии. Характерные черты античной философии. Первое. Античная философия синкретична. Это означает, что для нее характерна большая слитность, неразделенность важнейших проблем, чем для последующих видов философствования. В современной философии проводится обстоятельное разделение мира, например, на мир человека и мир природы. Для каждого из этих миров характерны свои черты. Современный философ вряд ли назовет природу доброй. Для него добрым может быть лишь человек. Античный же философ, как правило, распространял этические категории на весь космос. Вторая. Античная философия космоцентрична.
Ее горизонты охватывают весь космос, в том числе и мир человека. Это означает, что именно античные философы выработали самые универсальные категории. Современный же философ, как правило, занимается разработкой узких проблем, например, проблемы времени, избегая рассуждений о космосе в целом. Третье. Античная философия исходит из космоса, чувственного и умопостигаемого. В этом смысле она, в отличие от средневековой философии, не теоцентрична, то есть не ставит на первое место представление о Боге. Впрочем, космос в античной философии часто считается абсолютным божеством. Четвертое. Этика античности – это преимущественно этика добродетелей, а не этика долга и ценностей. Античные философы характеризовали человека в основном как наделенного добродетелями и пороками. Пятое. Античная философия по-настоящему функциональна. Она призвана помочь людям в их жизни. Античные философы стремились найти для своих современников дорогу к счастью. Можно спорить о том, в какой степени им это удалось. Бесспорно другое. Они обеспечили собственным творением долгую жизнь в веках. Античная философия не канула в историю. Она сохранила свое значение и поныне. Подобно тому, как математик не думает отказываться от геометрии Евклида, философ с почтением относится к этике Платона или логике Аристотеля. Средневековая философия принадлежит в основном эпохе феодализма, 5-15 века. Это весьма своеобразный способ философствования, во многом отличный от античного. Эпоха Средневековья выдвинула плеяду выдающихся философов: Августин, Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм, Аль-Фараби, Ибн Сина, Абеляр, Роджер Бэкон, Фома Аквинский и другие. С точки зрения того, насколько в средние века человеческое существование получило подлинное освоение, средневековая философия должна быть отнесена к величайшим творениям человеческого духа. Вот основные идеи средневековой философии. Первое. Принцип теоцентризма. Принцип, согласно которому Бог является центром, фокусом средневековых философских и религиозных представлений. Вторая. Монотеизм. Бог един, а не множествен. В отличие от античных богов, христианский Бог един и уникален. Третье. Креационизм. Учение о сотворении мира Богом из ничего. Этим дается новый ответ на поставленный в античности вопрос о том, как из единого рождается множественное. Четвертое. Символизм. Только в Средневековье символизм становится принципом философии. Весь мир представал как огромное многообразие символов. Средневековая философия была особенно внимательна к символике. Это и понятно, ибо средневековая символика начиналась с текстов Библии, то есть со слов, знаков, символов. Пятое. Средневековый антропоцентризм. Человек не просто мирокосмос, а созданное Богом привилегированное существо, повелитель всего созданного для него. Человек обладает не двумя измерениями, а именно телом и душой, как считали философы античности, а тремя. К первым двум добавляется дух, духовность, то есть причастность к божественному посредством веры.
Высочайшая добродетель не разум, не интеллект, а добрая воля, повиновение заповедям Бога. Быть человеком значит жить по этическим правилам, изложенным Христом. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Средневековая философия наиболее органично соответствует социальному и хозяйственно-политическому укладу средних веков, основанному на сельском хозяйстве. По мере развития промышленности и перехода к городскому образу жизни выявляется особая значимость человека, его творческой активности. Ощущается острая потребность в новых воззрениях, которые не заставили себя долго ждать. Разумеется, новые воззрения развивались не на пустом месте, они сохранили самую тесную преемственность и со средневековьем, и с античностью. Многим мыслителям представлялось, что возрождается античное культурное наследие, которое в средневековье было предано забвению. Это представление дало название целой эпохи – эпохи Возрождения. Или, если использовать французское выражение, эпохи Ренессанса. Приблизительно 14-16 века. В эпоху Возрождения было выработано новое философское мировоззрение, прежде всего благодаря творчеству философов Николая Кузанского, Марсилио Фичино, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джордано Бруно и других. Каковы же основные принципиальные установки возрожденческой философии? Первое. Прежде всего, в центр мироздания был поставлен человек, антропос. Отсюда и название антропоцентризм. Это главный принцип. Второе. Гуманизм. Признание человека личностью. Признание его права на творчество, свободу и счастье. Третье. Постулирование творческой сущности человека. Он никому не подражает, ни Богу, ни природе. Он сам по себе деятелен, он творит, в основном рукотворно, ремесленно. Четвертое. Личностно-материальное понимание мира. Все существующее понимается в проекции на человека при максимальном интересе к телесному началу. Пятое. Идея доминирования эстетического понимания действительности над моральными и научными представлениями. Провозгласив антропоцентризм, философы эпохи Возрождения формально по-прежнему в центр мироздания ставили Бога, но преимущественное внимание уделяли уже не ему, а человеку. Философия эпохи Возрождения – безусловно, имеет самостоятельное значение, но вместе с тем и это и подход к философии нового времени, которое суждено было сыграть одну из ведущих ролей в развитии индустриальной цивилизации. Центр и одновременно исходная точка философии нового времени – размышляющий, мыслящий субъект. Развитие математики и физики в XVII веке необычайно способствовало развитию философии. Рене Декарт, великий французский мыслитель, сравнивал философию с корневой системой дерева науки, стволом которого является физика, а ветвями – прикладные науки. Не случайно среди философов того времени великие ученые Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Философия XVIII века, непосредственно примыкая в идейном отношении к философии XVII века, существенно конкретизировала ее традиции. Выделяются два основных философских направления философии XVIII века, эпохи Просвещения. Одно сложилось во Франции, другое в Германии. Французское направление представляли Вольтер, Жан-Жак Руссо,
Но своей вершины французская философия XVIII века достигла в работах Дени Дидро и Поля Гольбаха. Немецкое направление представляли Иммануил Кант и Иоганн Фихте. Эти два направления часто противопоставляют друг другу, однако у них есть много как различного, так и общего. Каждое направление имеет свои достоинства, которые дополняют друг друга. Французские философы-материалисты добились успехов в объяснении природных явлений, выработали в противовес теологическому юридическое мировоззрение, идеологически подготовили Великую Французскую революцию, проанализировали природу социально-политических, этических и педагогических явлений. Немецкие философы существенно продвинули вперед понимание человека, его самосознание, активности, свободы и творческой деятельности. Немецкая классическая философия. Традиционно к этому течению относят философские учения Иммануила Канта, Иоганна Фихте, Фридриха Шеллинга, Георга Гегеля, Людвига Фейербаха. Этих мыслителей сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность в постановке и разрешении проблем. Родоначальником немецкой классической философии является Иммануил Кант. Кант выдвинул новую концепцию субъекта. На основе этой концепции он провел разделение бытия на мир природы и мир человека, в которых действуют свои возможности и законы, и между которыми существуют глубокие противоречия. Кант исходил из противопоставления субъекта внешнему миру, объекту. Фихте стремился преодолеть эту двойственность, считая, что субъект – это единственная основа и мира в целом, и правильной философии. Фридрих Шеллинг также стремился к преодолению двойственности субъект-объект. Он строил свою систему на базе философии тождества субъекта и объекта. Такой подход, который был детально развит Георгом Гегелем, привел к абсолютному идеализму. Абсолютный идеализм философии Гегеля связан с его стремлением охватить весь духовный и природный мир единым понятием. Таким исходным понятием гегелевской системы является абсолютная идея или абсолютный дух. Развиваясь, дух порождает известный нам мир. Причиной развития является стремление духа к познанию. Непосредственное познание невозможно. Дух познает себя через свою противоположность, материю. Гегелем была создана философская система идеалистического характера. Мир был понят Гегелем как развивающийся. И принцип развития играл в его системе важную роль. Гегель – основатель современной диалектики, учения о развитии, о его формах и законах. Принцип тождества бытия и мышления давал Гегелю основу для утверждения «абсолютная истина достижима». Идеализм Гегеля содержит сложную для понимания сферу идеального. Для Гегеля идеальное – объективно. Всегда находятся люди, которые с этим не согласны. И в результате такого несогласия идеальное переводится в голову человека, то есть считается его мыслью или чувством. В таком случае основу идеального составляет природа и человек, как ее венец. Именно так рассуждал Людвиг Фейербах, создатель одного из вариантов антропологического материализма. Антропологического потому, что, по мнению Фейербаха, в центре философии должен находиться человек, так как человек – высшее существо природы.
намного более развитой формой материализма, чем антропологический материализм Фейербаха, является диалектический материализм Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Философия марксизма. Маркс и Энгельс – основатели диалектического материализма. Они переносят законы диалектики духа на развитие материи. Они отдают приоритет материальной основе бытия, материальным условиям жизни. Философия и идеология должны исследовать закономерности развития природы и общества, условия экономического, политического и идеологического освобождения пролетариата. Основным принципом философских взглядов Маркса и Энгельса является принцип практики. Практика, как материальная деятельность людей, является основой бытия и познания. Духовная деятельность, вплетаясь в практическую, следует ей. Сознание человека изменяется вместе с изменениями в практической жизни общества. Изменяя условия своей жизни, считают Маркс и Энгельс, люди изменяют и самих себя. В теории познания практика также играет первостепенную роль. Сознание человека не только отражает бытие, но и служит ему, проверяя свои идеи на практике. Практика является основой и движущей силой познания и критерием истины. Истина понимается как соответствие знаний действительности. Поскольку действительность, в особенности социальное бытие, изменяется, то меняется и совершенствуется истина. Огромной заслугой Маркса перед научным сообществом явилось выделение мира социального. Маркс был блестящим критиком пороков капиталистического общества. Эта критика уже сама по себе стимулировала мысль о смене капитализма социализмом. Но именно стимулировала, не более того. Разработка марксизмом природы общественного стала его большим триумфом. Но особое внимание к сфере общественного иногда приводило к абсолютизациям. В свете доминирующей роли социального, все, имеющее отношение к человеку и обществу, стало рассматриваться исключительно как проявление непременно общественного, в том числе борьбы классов. Преувеличение роли общественного зачастую сопровождалось умалением человечески индивидуального, личностного, потери человека. Русская философия XIX, начала XX века. Любая форма философии несет в себе часть национально-культурного своеобразия. С этой точки зрения выделяют национальные типы философии, в том числе русскую философию. Мировое значение имеет не только русская литература и музыка, но и русская философия. Рядом с именами Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Петра Ильича Чайковского по праву должны быть помещены имена философов Петра Яковлевича Чаадаева, Алексея Степановича Хомякова, Александра Ивановича Герцена, Николая Гавриловича Чернышевского, Владимира Сергеевича Соловьева, Николая Александровича Бердяева, Павла Александровича Флоренского и многих других. Начало последовательного развития философии относится ко второй четверти XIX века. В 40-х-50-х годах XIX века идейные споры велись в основном о будущих путях развития России. Западникам, ориентировавшимся на европейские модели, противостояли славянофилы, выступавшие за самобытность России, которую они видели в крестьянской общине, в православии и в соборности, единстве людей на основе их любви к Богу, и предпочтение
нравственных ценностей русского народа. Славянофилы стремились опровергнуть немецкий тип философствования и выработать на основе исконно отечественных идейных традиций особую русскую философию. Красная нить философии славянофильства – это религиозно-этническое искательство. Надежда, что на этом пути славянам повезет больше, чем другим. Западники, напротив, были убеждены, что россиянам надо учиться философии у Запада. Если среди ранних западников своим философским талантом выделялся Александр Иванович Герцен, то позднее одним из лидеров западников стал Николай Гаврилович Чернышевский. Чернышевский, подобно Фейербаху, был материалистом и атеистом. Он близок к воззрениям Маркса, но в отличие от Маркса, основное внимание уделяет не экономике, а эстетике и этике. Судьба русской философии в XX веке оказалась во многом драматичной и даже трагичной, тесно связанной с событиями русских революций 1905 и 1917 годов. Большая группа философов была выслана за границу. Многие философы погибли в тюремных застенках. В России на рубеже веков создавались самобытные философские системы, характерными чертами которых являются принципы целостности, положительного всеединства, соборности, реальной интуиции, постижения внешнего, когда оно сливается с внутренним, психическим. Основные направления современной западной философии. При общем взгляде на мир, предметы и явления, которые он в себе заключает, подразделяются на материальные и идеальные. Этот наиболее общий подход к определению их сущности составляет содержание основного вопроса философии. Основной вопрос философии раскрывает соотношение между идеальным и материальным, духом и природой, сознанием и материей. Обоснование его содержания дает ответы на два вопроса. Первый. Что является первичным, сознание или материя? И второй. Познаваем ли мир? В зависимости от того, как философы, представители различных философских школ и направлений отвечали на этот вопрос, они подразделялись на два больших лагеря – материалистов и идеалистов. Материалисты исходили из первичности материального бытия и вторичности идеальных процессов, считали мир познаваемым, тогда как идеалисты исходили из первичности идеального фактора и в большинстве своем отрицали познаваемость мира. В настоящее время материалистическую линию продолжает современная философия, а идеализм представлен различными философскими течениями – экзистенциализмом, постпозитивизмом, герменевтикой, неотомизмом и другими направлениями. В последние десятилетия на Западе возник постмодернизм как идеология, обобщающая и включающая в себя многие идеалистические течения. Свою идеалистическую сущность постмодернизм проявляет через отрицание объективности мира, роли науки и научного познания, утверждение субъективности знаний о мире. Многие формы идеалистической философии широко используют религию, которая сама является одной из форм идеализма. Смена форм материализма и идеализма исторически происходила в результате перехода общества на качественно новый уровень развития, возрастания роли науки в общественной жизни, расширения сферы общественно-исторической практики. Для современного этапа развития философии, в отличие от предыдущих эпох, когда имело место резкое
конфронтация материалистического и идеалистического направлений является характерным их взаимодействие в форме диалога. Современный материализм признает возможность определяющей роли субъективного фактора в рамках отдельных исторических процессов, тогда как многие идеалистические направления включили в себя элементы диалектики, признание решающей роли социально-экономических условий в развитии общества и другие общественные положения материалистической теории. Таким образом, современная философия открывает великую эпоху синтеза духовных ценностей и традиций. Современная философия, как новый этап в развитии теоретической мысли, отражает состояние общества и положение человека в мире применительно к постиндустриальной эпохе и соответствующему уровню достижений науки. Она является теоретической моделью формирующейся информационно-технологической цивилизации, способствует нахождению решений глобальных проблем человека, осмыслению глубоких интеграционных процессов в мировом сообществе. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Общее и отличное в античной и средневековой философии. Вторая. Особая русская философия в понимании славянофилов. Третье. Особенности современного этапа развития философии. Философия бытия. Бытие. Его фундаментальные свойства. История философии показывает, что первоначально человек интересовался не столько собой, сколько миром, космосом. Самого себя он считал естественной частью космоса. Онтология, как учение о бытии, занимает главное место в философии древнего мира. Существование человека связано с воздействием мира на него и с его воздействием на мир. Исходной категорией в философском осмыслении мира является категория бытия. Ее происхождение связано со словом, которое в наиболее распространенных языках мира означает одно и то же – быть, существовать, присутствовать. Констатация бытия является исходной предпосылкой дальнейших рассуждений о мире. Понятие бытия не останавливается на конкретных различиях вещей, предметов и процессов, кроме одной их черты, а именно их существования, что задает миру исходную целостность и делает его объектом философского размышления. И одним из первых вопросов, возникающих при философском осмыслении мира, является вопрос о многообразии способов и форм бытия. По способу существования бытие разделяется на два мира, два способа существования или две реальности – материальный, природный мир и мир сознания, внутренний мир человека. Оба этих мира могут характеризоваться понятием бытия, но способы их существования различны. Материальный мир существует объективно, независимо от воли и сознания людей. Мир человеческого сознания существует субъективно, так как зависим от воли и желания людей, отдельных индивидов. Вопрос о том, как эти два способа бытия связаны между собой, является одним из основных вопросов философии. Специфично бытие самого человека, так как он одновременно принадлежит к двум мирам, к природному телесному миру, как его органическая часть, и одновременно к миру сознания, принадлежность которому и делает его человек. Именно наличие сознания у человека позволяет ему не только существовать, но и рассуждать,
о бытии мира и своем собственном бытии. Своеобразием отличается бытие вещей, создаваемых человеком. Весь мир материальной культуры принадлежит к объективному физическому миру, но и в то же время все продукты человеческой деятельности в своем происхождении опосредованы человеческим сознанием, и, следовательно, их бытие отличается от способа бытия природы, частью которой является человек. Двояким существованием характеризуется и духовный мир человека. Его можно подразделить на субъективный и объективный. Субъективный мир – это внутренний мир человека. Этот мир является достоянием отдельного индивида. Вместе с тем, совместная деятельность индивидов порождает объективно-духовное. Например, любая великая научная теория есть продукт деятельности субъективного духа ученого. Но, будучи сформулированной и опубликованной в печати, она становится достоянием научного сообщества. К таким формам объективного духа относятся все формы общественного сознания: наука, религия, мораль, искусство. Между объективным и субъективным духом существует органическая взаимосвязь, как в процессе становления, так и в процессе функционирования. Внутренний мир человека развивается до уровня сознания, только приобщаясь к объективно существующей духовной культуре человечества. А сам объективный дух, мир знаний, искусства, религии, существует до тех пор, пока предполагается существование индивидов и мира их сознания. Бытие противоречиво. Оно неотделимо от небытия. В нем есть временное и вечное. Все подвержено изменению. Вещи возникают и исчезают. Все движется, и в то же время существует относительный покой. Противоречивость бытия – его важнейшая характеристика. Можно выделить противоречия, появляющиеся в соотношении возможности и действительности, необходимости и случайности, сущности и явления, количества и качества, старого и нового, и другие. Бытие едино и многообразно. Оно подразделяется на материальное и духовное бытие, природное и социальное, коллективное и индивидуальное, реальное и потенциальное, механическое и органическое, и другие. Но вместе с тем все виды бытия взаимосвязаны и составляют его единство. Социальное бытие связано с природным и не существует без него. Духовное, идеальное, связано с материальным. Взаимосвязаны и переходят друг к другу возможность и действительность, необходимость и случайность, причина и следствие и другие противоположности. Бытие переходит в небытие, и наоборот, из небытия возникает бытие нового. Повторение и обновление отличают всякое бытие. Важнейшая черта бытия – воспроизводство. Оно заключается в том, что исчезновение компенсируется возникновением, возрождением, повторением. Например, звезды гаснут, но постоянно идет рождение новых звезд. Бытие характеризуется наличием хаоса и порядка. Упорядоченность бытия выражается в наличии законов, устойчивых отношений, систем. Сегодня большое внимание уделяется специфике социального бытия. Труд и мышление отличают бытие людей. Отношения и взаимосвязи в обществе обеспечивают воспроизводство социального бытия. Производство, государство, семья, коллектив, право, мораль – его важнейшие основы. Оно тоже противоречиво, что выражается в социальных и личностных конфликтах. Наибольший
интерес вызывает индивидуальное, личностное бытие, противоречие между личностью и обществом. Понятие движения. Наше представление об окружающем мире будет неполным, если не указать на такую важнейшую особенность, как постоянные изменения, которым подвергается мир. Изменчивый характер природы был очевиден задолго до появления философии, а с ее возникновением этот круг вопросов становится предметом особых рассуждений, формируя со временем специальный раздел философских знаний – диалектику. Корни диалектики восходят к древнегреческой философии, в частности, Гераклиту, которому принадлежат знаменитые слова «все течет и все изменяется». С тех пор для обозначения различных количественных и качественных изменений объективной реальности употребляют категории движения и развития. Движение абсолютно. Покой относителен. Все находится в движении. Абсолютного покоя нет. Движение вечно. Оно передается от одного тела к другому. С рациональной точки зрения оно вечно, так как в мировом масштабе не обнаруживает ни начала, ни конца. И осуществляется как самодвижение любой реальности, в основе которого лежат две силы. Притяжение и отталкивание. В науке выделяются два основных типа движения предметов и явлений объективной реальности. Один из них связан с переходом материи, энергии, информации в пространстве и характеризуется тем, что предметы, пребывая в движении, остаются устойчивыми в своих существенных характеристиках, то есть не изменяют своего качества. Это количественные изменения или пространственные перемещения. Примерами этого типа движения будут и идущий человек, и движение луча прожектора на фоне темного неба, и даже мысленный переход от одних объектов к другим. В этом случае говорят, что мысль движется в определенном направлении, например, правильном или неправильном с точки зрения формальной логики. Однако этот тип движения не охватывает всего многообразия происходящих в мире изменений. Зачастую они сопровождаются перестройкой внутренней структуры предметов, что ведет к изменению качеств первоначальной вещи и превращению ее в совершенно другую вещь. Такой тип движения, которому свойственна также необратимость и определенная направленность, называется развитием. Пространство и время. Движение происходит в пространстве и времени. Любое тело или явление всегда соседствует с другими предметами и явлениями действительности, обладают протяженностью, то есть имеют пространственные характеристики. Пространство можно определить как порядок существования, характеризуемый протяженностью, однородностью, многомерностью. Это соотношение материальных объектов, способ их координации. Никакой предмет не может быть одновременно в двух разных местах. Два предмета не могут одновременно занимать одно место. Время же – это способ координации материальных объектов и явлений, следующих друг за другом. Его основная характеристика – длительность. Время вытекает из невозможности предмета находиться в двух состояниях. В классической науке пространство и время рассматривались как независимые друг от друга и от тех процессов, которые в них происходят. Благодаря созданию теории относительности было выяснено, что пространство и время не существуют в отдельности друг от друга и сами по себе. Альберт Эйнштейн, отвечая на вопрос о сущности его теории относительности, сказал: «Суть такова. Раньше считали,
что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы и пространство, и время. Свойства, характеризующие пространство и время, вытекают из их характеристик как основных форм существования материи. К свойствам пространства относятся протяженность, однородность, трехмерность. Время характеризуется такими свойствами, как длительность, одномерность, необратимость, однородность. Сознание, его происхождение и сущность. Проблема сознания является одной из самых загадочных. Вокруг нее в философии всегда велись многочисленные дискуссии. Сознание существует, но проявляется оно не в явном виде, а опосредованно через язык, целеполагающую деятельность людей. Следовательно, выявить его сущность невозможно, не анализируя эти составляющие человеческого бытия. Развитие естествознания и особенно его успехи в области нейрофизиологии, биологии, экспериментальной психологии существенно расширили наше представление о природе сознания. Сознание есть инобытие материального. Оно переводит материальное путем отражения в идеальные формы, существующие по законам логики и психологии. Воображение, например. В то же время, это идеальное невозможно без материального, человек, общество, и неотделимо от мозга и языка. Вне человека, например, в компьютере, моделирующем процесс мышления, его нет. Тем не менее, работы по созданию искусственного интеллекта, появление думающих машин по-новому поставили вопрос о сущности и принципиальных возможностях человеческого сознания. Исключительная сложность такого явления, как сознание, явилась причиной большого количества самых разных точек зрения и философских подходов к решению проблемы сознания. Так, наряду с материалистическим истолкованием природы сознания, в современной философии значительное место занимают концепции, определяющие его то, как такое состояние, при котором человек отдает себе полный отчет в собственных мыслях и намерениях, то, как функцию связи человека с внешним миром, или, например, как некое качество функционирования нервной системы, допускающее приобретение знаний и сохранение их в памяти. Некоторые философы считают, что сознанию вообще невозможно дать строгого определения. Материалистический подход к пониманию сознания характеризуется стремлением объяснить появление сознания из самой материи, отрицая при этом внематериальное его происхождение. Материалисты в качестве основного пункта своего понимания природы сознания вводят понятие отражения. Отражение, как всеобщее свойство материи, заключается в воспроизведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта и проявляется на всех уровнях организации материи в неживой, живой и социальной природе. С момента возникновения жизни появляется биологическое отражение. Оно осуществляется в чувственных формах в виде ощущения, восприятия и представления. Здесь нет сознания, которое проявляется в мыслительном процессе. Сознание – это более высокий уровень отражения действительности, который может иметь место только в сфере социального и осуществляется в мозгу человека, прежде всего в таких идеальных формах абстрактного мышления, как понятие, суждение и умозаключение. Выстраивая умозаключение, человек познает и таким образом отражает реальность в форме абстрактного мышления,
которая является важнейшей характеристикой сознания. Появление сознания как высшей формы отражения связывается с процессом становления человека разумного, Homo sapiens, и обусловлено прежде всего трудовой деятельностью. Наличие материальных основ не снимает вопроса об идеальности сознания. Идеальное – особый продукт материальных процессов, относящихся не к физиологии, а к психике. Вульгарные материалисты начала XIX века утверждали, что мозг также выделяет мысль, как печень – желчь. Но желчь материальна. Ее можно взвесить, подвергнуть химическим реакциям. Мысль нематериальна. Ее идеально состоит в содержании образов и мыслей. Образы и мысли отражают объективную реальность или нечто воображаемое, прошлое, настоящее, будущее, но сами объективной реальностью не являются. Идеально есть субъективное. Реальность. Образы и мысли существуют как идеальное только в голове субъекта. Они могут материализоваться в рисунке, в речи, в книге. В то же время в картине или книге ничего идеального нет. Идеально возникает в нашем сознании, когда мы смотрим картину или читаем книгу. Идеально существует не по законам физики или химии, оно существует по законам логики и психологии. Наличие идеального подтверждается нашим самосознанием. Я думаю, я представляю. Подобно тому, как сознание неразрывно связано с трудовой деятельностью, оно неотделимо и от языка. Универсального средства коммуникации, взаимодействия и общения людей. Возникновение членораздельной речи стало важнейшим фактором развития самого человека и его сознания, так как с помощью языка осуществляется передача опыта и социально значимой информации. Рекомендуемые темы для обсуждение. Первое. Способы существования бытия и связь между ними. Второе. Материалистический подход к пониманию сознания. Общество, человек, культура. Общество и история. Философия и история. Люди живут совместно. Они образуют общество. На протяжении всей истории развития философия общества стремилась к выяснению природы общества, его особенностей. Важным этапом в разработке философии общества явилась материалистическая теория марксизма, согласно которой общество – это не простая сумма индивидов, а совокупность тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся по отношению друг к другу. Рассматривая развитие общества как естественно-исторический процесс, в котором действуют специфические социальные законы, Маркс и Энгельс разработали учение об общественно-экономических формациях, определяющие роли материального производства в жизни общества, решающие роли народных масс в общественном развитии и другие положения исторического материализма. Вторая половина XIX века и XX век характеризуются различными попытками объяснить социальную реальность с помощью конкретного научного знания – географии, биологии, кибернетики, психологии. Вторая половина XX века ознаменовалась философскими и социологическими исканиями в связи с проблемами человека в современном обществе. В 80-е годы получают широкое распространение различные варианты постиндустриального общества – информационного,
сверхиндустриального, технотронного. Их суть состоит в том, что в новых условиях решающим фактором общественного развития становится производство, распределение и потребление информации. Главными показателями в развитии общества всегда являлись характер общественных отношений, уровень духовности человека и демократичности социальных структур. Отличительными чертами современного общества являются глобальные масштабы производства, информационно-технологический способ воспроизводства всей системы общественных отношений, утверждение демократических форм жизнедеятельности, опережающее развитие науки и духовной культуры в целом по отношению ко всем остальным сторонам его жизни. Греческое слово «история» означает рассказ о прошлом, о том, что действительно было. Уже в античности возникла традиция рассматривать историю как тип универсального знания о прошлом. Как возможно познание прошлого? Какова связь прошлого, настоящего и будущего? Имеет ли история народов единый универсальный смысл? Поставленные вопросы дают представление о философии истории. Главные интересы философии истории связаны с познанием направленности и необратимости исторического движения. Античная философия истории – это философия вечного становления, вечного возвращения, периодических мировых пожаров. Это круговорот, касалось ли это космоса или жизни человека. Круговое движение – это геометрический образ вечности. Круг не имеет ни начала, ни конца. И временности. В своем движении человек всегда находится где-то, в данном теперь. Христианская философия истории преодолевает античную идею круговорота. История имеет конечный пункт. Но он достижим лишь в том случае, если человечество станет богочеловечеством. История, замыкающаяся на конечный пункт, находящийся пока в будущем, наполнена смыслом, о чем писали среди других и русские философы Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Александрович Бердяев и другие. Согласно христианской философии истории, миром правит божественное провидение. В эпоху Возрождения и Просвещения на место божественного провидения ставятся понятия естественного закона истории и прогресса. Развитие идет по спирали, оно подчиняется единому закону и одинаково для всех народов, оно прогрессивно и бесконечно. Прогресс фиксируется развитием искусства, науки, религии, философии. Маркс также являлся сторонником прогресса. Для него критерием развития общества является уровень производительности общественного труда. Прогресс производительности труда и средств производства приводит к революциям, смене одних общественно-экономических формаций другими. Согласно марксистскому варианту философии истории, общество проходит в своем развитии первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую формации. В современной социальной философии прослеживаются три концептуальных подхода к истории общества – культурологический, формационный и цивилизационный. Исторический процесс, по мнению представителей культурологического подхода, есть смена культуры. Личности взаимодействуют в рамках культуры в соответствии с принятой системой ценностей и норм. Согласно формационной концепции, человечеству необходимо пройти путь от первобытно-общинного строя до коммунизма. Марксистская философия истории.
цивилизационный подход к истории более гибкий, чем формационный. Сторонники цивилизационного подхода рассматривают преобладающую отрасль народного хозяйства и господствующую систему ценностей в качестве основы исторического типа общества. Акцент в этом подходе делается на анализе исторической деятельности различных народов, которая, естественно, протекает в определенных географических, социально-экономических и культурных условиях. Предназначение человека. Одна из главных проблем философской мысли – это проблемы человека, его сущности и существования, его развития и предназначения, его будущего. Человек – биосоциальное существо. И это ставит вопрос о соотношении природного и социального в человеке, об их взаимовлиянии друг на друга и об их единстве. То, что человек является частью живой природы, продуктом биологической эволюции сегодня на основе современного естествознания, стало очевидным и бесспорным не только для ученых и специалистов. Каждый человек неповторим уже в силу своих биологических особенностей, генетического кода, веса, роста, цвета волос и кожи и тому подобного. Однако также бесспорным является и то, что человек – существо социальное, и его неповторимость, уникальность обусловлены не в меньшей степени его общественной природой. Человек обретает свою индивидуальность как социальное существо в обществе и только в обществе. «Странное существо», – говорит о человеке Николай Александрович Бердяев, «двоящееся и двусмысленное, имеющее облик царственный и облик рабской, существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединившее в одном бытии величие с ничтожеством, вечное с тленным». При этом необходимо принять во внимание, что на протяжении всей жизни человек непрерывно эволюционирует как единое целое, с одной стороны, стремясь к осуществлению поставленных перед собой задач, а с другой, испытывая на себе влияние окружающей социальной и природной среды. Иными словами, в своем развитии он является и субъектом, и объектом одновременно, что предопределяет появление еще одной важной персональной и философской проблемы, связанной с самореализацией личности и поиском смысла жизни. Проблемы смысла жизни, свободы, ответственности и предназначения человека находятся в центре внимания особого философского направления, которое носит название экзистенциализм. Рано или поздно проблема смысла жизни – встает перед каждым человеком, и тогда он задает себе вопросы, на которые нет и быть не может однозначных ответов. Во имя чего? Зачем я живу? Спрашивает себя человек и со временем начинает понимать, что если он сам не даст на это ответ, не привнесет определенный смысл в свою собственную жизнь, то за него этого никто и никогда не сможет сделать. Перед лицом вечности, перед лицом смерти, каждый в конечном счете остается наедине с самим собой. Проблема смысла жизни и проблема смерти, пожалуй, самые главные и самые сложные для человечества. Это важнейшая проблема человеческого существования – издавна привлекала к себе внимание. Так великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский писал, что тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. В этом извечном стремлении людей оставить свой след на земле проявляется некая
общая закономерность, отражающая естественную потребность всего живого сохранить преемственность, не исчезнуть бесследно. Пытаясь осмыслить свое предназначение, человек неизбежно приходит к идее бессмертия, бессмертия духа, дел и поступков своих. Да, человек смертен по своей природе, но, понимая это, он не может смириться с мыслью, что все, связанное с ним, заключено в коротком отрезке времени, ограниченном датами его рождения и смерти. Отсюда попытки связать свою судьбу с социально значимыми целями, с духовным возрождением. Ценность и целеполагание. Ценностью является то, что обладает положительной значимостью для человека. Количественной характеристикой этой значимости является оценка, которая часто выражается в так называемых лингвистических переменных, то есть без задания числовых значений. Например, жюри на кинофестивалях и конкурсах красоты занимаются именно оценкой в лингвистических переменных. Философское учение о ценностях называется аксиологией. В переводе с греческого «аксиос» означает «ценность». Ценности являются важнейшим фактором консолидации людей. Наличие общих ценностных ориентаций обеспечивает общественное согласие граждан, социальных общностей и групп. А утрата ценностных ориентиров или отказ от сложившейся системы ценностей неизбежно оборачивается угрозой распада и дезинтеграции общества. Ценности – важнейший системообразующий фактор культуры. Ценности – имеют конкретно исторический характер. Они соответствуют тому или иному этапу развития общества, либо различным демографическим группам, молодежи, старшему поколению, а также профессиональным, классовым, религиозным и иным объединениям. Многообразие потребностей и интересов личности и общества выражается в сложной системе ценностей. Выделяют экономические, политические, эстетические, нравственные, религиозные ценности. По форме бытия различаются предметные и духовные ценности. Главная сфера предметных ценностей – продукты целесообразной деятельности человека. При этом в качестве предметно воплощенной ценности может выступать как результат деятельности, так и сама деятельность. К духовным ценностям относят общественные идеалы, установки и оценки, нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны и стандарты, принципы действия, выраженные в форме нормативных представлений о благе, добре и зле, о прекрасном и безобразном, о справедливом и несправедливом, о правомерном и неправомерном и так далее. Эти ценности выполняют двоякую роль как самостоятельная сфера ценностей и как основание, критерий оценки предметных ценностей. Идеал – это представление о высшей норме совершенства, духовное выражение потребности человека в упорядочении, совершенствовании, гармонизации отношений человека и природы. Человека и человека, личности и общества. Очевидно, что содержание идеала зависит от жизненного опыта субъекта, степени его образованности, уровня культуры. Культура как объект философского исследования. Человек и культура неразрывно связаны друг с другом. Каков человек, такова и его культура. В какой культурной среде воспитывается индивид, таков его образ жизни, таковы его установки и цели. Человек существует не только в обществе, но и в культуре. Термин «культура» происходит от латинского «культура» – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание.
Первоначально под культурой понималось целенаправленное воздействие на природу, возделывание почвы, а также воспитание человека. В эпоху Средневековья понятие культуры ассоциируется с городским укладом жизни и связанными с ним благами цивилизации. В эпоху Возрождения культура определяется как признак личного совершенства. В этот период возникает тенденция отождествления культуры с различными областями духовной деятельности – наукой, моралью, искусством, философией, религией. В XIX веке в культуре стали видеть прежде всего систему ценностей и идей. Гегель рассматривает культуру как начальное и завершающее звено самопознания абсолютной идеи. Марксистская концепция культуры базируется на принципах материалистического понимания истории. С точки зрения марксизма у каждой общественно-экономической формации свой тип культуры, а классовые противоречия являются причиной разделения единой культуры на две культуры, соответствующие двум основным классам формации. В XX веке изучение культуры осуществлялось главным образом в рамках этнографии и социальной антропологии. Можно сказать, что в каждой серьезной философской системе или школе имеются свои трактовки культуры. Одно из распространенных пониманий культуры состоит в том, что ее рассматривают как мир воплощенных ценностей. С этой точки зрения предметы культуры отличаются от природных объектов тем, что являются наделенными особым свойством, которым не обладают естественные объекты. Эти свойства называют ценностными. Главное содержание культурной деятельности человека подчинено созданию того предметного мира, материального, духовного, художественного, через который человек реализует свою особую сущность, в основе которой различение добра и зла, истинного и ложного, прекрасного и безобразного, то есть всего того, что мы называем ценностями и антиценностями. Культура возникает в стремлении человека утверждать ценности, воплощая их все более полно, совершенно и значимо. Такое понимание культуры получило название ценностного, аксиологического. Именно ценностным свойством мир культуры отличается от мира природы. Человек выступает создателем ценностей. Опредмечивая ценности в культурной деятельности, человек закрепляет их, создавая таким образом возможность накопления и передачи ценностей культуры последующим поколениям. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первая. Проблема смысла человеческой жизни. Вторая. Суть ценностного понимания культуры.